ТВ, радио, программы, такси, магазины, постеры, метро, кинотеатры, залиты рекламы цветовой гаммы, эксклюзивными фотолабиринтами переплетает улицы любого города. Идя по коридору символов, цитат и знаков, я, как и вы, напичкан килограммами рекламы. Во мне сидят призывы, слоганы, статьи, реклама, как вакцина ментально проникает в мозги. Двигатель торговли диктует каменному миру победы и проблемы своей системы. Монотонно углубляясь в человеческое лоно, рекламная политика товара бездонна. Реклама парфюмерия, рынка, фестивали, реклама магазинов и дорогих металлов, реклама моды, продуктов и баров за качество товара, реклама заеб. Реклама парфюмерия, рынка, фестивали, реклама магазинов и дорогих металлов, реклама моды, продуктов и баров за качество товара, реклама заеб. Вопрос, что всю жизнь преследует человека? Реклама, парень, как ни крути, это атака. На мозги раскат понятен. Посмотри по сторонам, на каждом шагу реклама. Йо, манаджун, это и сам понимает прекрасно, что это двигатель торговли. Но ведь всего понемногу в меру нужно. Не правда ли? По ТВ, радио, реклама через каждые 15 минут. Приходя домой, смотрю, а мне товар в барбой. Мне не нравится смотреть на вещи, которые никогда не куплю. Просто хочу посмотреть видеоклипы, вот что я люблю. Не нуждаюсь в том, чтобы мне объясняли, что к чему. Не понимаю этого и, пожалуй, никогда не пойму. По телевизору рассказывают, что с чем едят. Алкаши заедают вискосом и не бзят. Стойки лак для волос не требуют укладки. Тампоны, прокладки, на весь день ты в порядке. Идешь на свидание, таблетка свежего дыхания. Встречаешь своего принца и летишь в Испанию. Сегодня в топе кофе грубого помола от звезды футбола под маркой Пеле. Я стройная, как диетическая кока-кола. Любую грязь оттирает, выкрасит наша тетя Ася. 40-летняя Вовочка нежно любит свою маму. Предпочитает девушка кальве и раму. Нужна защита для желудка, мучает понос. Две капли в нос и можешь делать кросс. Не вставая с дивана, купи супертренажер. Бесплатная доставка по Москве с телеэкрана. Реклама парфюмерия, рынка, фестивали, реклама магазинов и дорогих металлов, реклама моды, продуктов и баров за качество товара, реклама заеб. Реклама парфюмерия, рынка, фестивали, реклама магазинов и дорогих металлов, реклама моды, продуктов и баров за качество товара, реклама заеб. Мои мозги плавятся, реклама на улице светится, курс бакса поднимается, цены собаки кусаются. Не нравится мне это, не нравится мне это, все не нравится. Нужные вещи в куче дерьма редко появляются. Люди метаются на правильной рекламе, кто-то поднимается, наживается по стойке смирно. Это шеф фразами кидается, реклама катится, будто каракатится, щупальцами цепляется. Нет, лучше от нее избавиться, она полностью меня достала, это задница. Вы говорите реклама, да я и сам есть реклама без базара. Крепкая сигара, одежда в виде кошки, это я смотрю с экрана. Ладно, попробуй финт от Legalize или черный шоколад от Bounce, Page, Pepsi, MTV. Или прочитай книгу Децела, блин, офигни. Летят дни, реклама, как менты. Бьет меня по печени, кипят мозги. В аварию чуть не попало за рекламу на стене. Мне насрать, кто меня формирует, я формирую сам себя, я есть я. Реклама парфюмерия, рынка, фестивали, реклама магазинов и дорогих металлов, реклама моды, продуктов и баров за качество товара, реклама заеб. Реклама парфюмерия, рынка, фестивали, реклама магазинов и дорогих металлов, реклама моды, продуктов и баров за качество товара, реклама заеб. Реклама заеб.